Гэты водитель был под уплывом так званого спайса курительной сумеси. По его словах, виражи на дороге он выписывал тому, что за ним летели иншопланетяне. Галлюцинации, артериальный тиск, который зашкаливает, и сердце стукает про раз. Так частей за все завершается забава со спайсом. В первую очередь вред идет центральной нервной системе. Очень быстро наступает разрушение личностных характеристик человека. Ребенок или взрослый, будь то, как правило, быстро развиваются вопросы зависимости. Курительные сумеси приводят на больничный ложек. И жудасно, коли гэта ложек реанимации дитячей областной больницы. По словам медиков, каждый тыдень фиксуется хотя бы один выпадок. Детей находят на улицах у неадекватном стане, який должится от 12 до 24 годин. Задержаны приблизительно около 200 человек, причастных к незаконному обороту курительных смесей. По данным материалам было возбуждено более 30 уголовных дел, изъято около полукилограмма данных видов синтетической марихуаны, как ее называют. По остальным материалам проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению сбыта данной курительной смеси. Минавито покарание и реакции у властных батьков больше за все боятся подлетки, свержают психологи. Тому не только администрация установ эдукации и педагогам варто отрымать на контроле детей и особливо тех, кто курит цигареты. Катерина Городницкая, Александр Дашук, Новини Регион.